Мартовская мормышка 2018. Под таким названием стартовали соревнования на котловане реки Свияга у железнодорожного вокзала. Рыбная ловля с древнейших времен является традиционным промыслом Симбирского края. Главной целью турнира организаторы называют привлечение новых участников. Популяризировать рыболовный спорт в нашей области – это прежде всего, чтобы наша молодежь полюбила эту рыбалку, зимнюю особенно, и вместо того, чтобы сидеть у компьютеров, лучше занималась с вот таким увлечением, как вот рыбалка, зимняя, летняя. Открыл соревнования губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Глава региона предложил сделать из этого простого турнира настоящий праздник. Большой фестиваль, когда на это мероприятие могут собраться не только вот такие, ну, назовем вас, спортсмены, но и члены ваших семей, которые в это время могут заниматься другими элементами здорового образа жизни, и разыгрываются разные призы. Я думаю, что мы могли бы себе позволить два раза в год проводить такие фестивали. Здесь нет возрастных ограничений, и старый и млад пришли испытать себя на удачу. Участники получили бесценный опыт, новые знакомства и незабываемые впечатления. Хочется добавить и пригласить всех, кто еще сомневается, приходите на лед, рыбачьте, потому что это очень полезно для здоровья, это прекрасное времяпровождение, интересное. Мария Сафронова, Любовь Фомичева, Вести Ульяновск.